Друзья, у нас сейчас да, классный совершенно момент, потому что на сцене две Алены, вот, группа «Твоя дивизия». Я в свое время, вот тут им начал говорить на сцене, решил, что я лучше это расскажу в микрофон, чтобы все это слышали. Потом, тогда не буду говорить. Сейчас я подожду, пока... включит опять запись мультитрека, а до этого я говорить не буду, потому что это надо все, чтобы осталось на записи. Я плохо, да? Это плохо, да? Это плохо для видео. Миша Грушин со мной будет солидарен, как фотограф, я ненавижу стойки микрофонные, потому что вот одно из самых ужасных вообще вещей для фотографа — это микрофонные стойки, которые Да, я знаю одного единственного человека, одну единственную певицу, которую я фотографировал и которую не портила микрофонная стойка. Это Рада Анчевская. Я когда потом посмотрел фотки, которые я сделал, я понял, что она взаимодействует с этой стойкой, и стойка становится элементом просто композиции. Но это единственный такой случай. В остальном все остальные, они просто мешают. Да? Поэтому я ее поставил в сторону. Вообще, на самом деле, это классно, когда ты сам, умеешь всего понемножку, ничего не умеешь хорошо, вот, но всего понемножку, и ты начинаешь понимать, как бы, людей. Вот, я вот, попробовав немножко спеть, вот, начал понимать, что микрофон имеет значение, что мониторы подзвучки нужны, это не выпендрешь, да, вот, что невменяемый барабанщик за спиной, это очень плохо, потому что начинаешь, орать, чтобы просто его перекричать, и уже ничего не соображаешь, что ты делаешь и ради чего. Дима, это записывается? Да? Ну ладно, вот, хорошо. Вот. Так про твою дивизию давайте это сам скажем, что это совершенно офигенская группа, которая меня просто вот сразила в самое сердце с первого раза, когда я посмотрел их видео. Это было «Жертвенное танго», они обещают его вроде исполнить. Вот, я вот вам клянусь, что я 8 раз подряд его посмотрел. То есть я не мог остановиться. Фанатик. Да, я просто зафанатил. Вот. И когда заканчивалась, все песня заканчивалась, я ржал, значит, не мог, и тут же заново, значит, ее. И так было 8 раз подряд, И я понял, что я уже просто сражен в самое сердце этими девчонками, потом... У нас нашлись общие знакомые в лице Озмана Агатовны, которая вот здесь тоже присутствует, но пока не явно или явно, нет, она ушла. Вот. Которая сказала, я говорю, я их хочу. Вот. Откровенно. Совершенно откровенно, да. А Озман не менее откровенно сказал, ну отлично, я буду сводней тогда, значит. Вот. И так вот они оказались на джеме впервые, еще была третья девушка с ними, Геля, вот. Они были совершенно потрясающие. Потом еще был феерический совершенно появление. Рассказать эту историю, когда второй раз-то был, по-моему, уже без тебя. Второй раз, когда вы это... Да. Когда приходит... Вы готовы уже играть или не надо? Дим, там мы готовы все уже записывать? Все готово. Тогда я не буду рассказывать эту историю. Вот. Потому что это было совершенно спонтанное появление, когда там пришел Гриша Фатов и сказал, что я только что из-за стола, я вот с твоей дивизией, тут, значит, там типа у них какой-то праздник. Вот, Алёнушка, можно приедет? Я говорю, конечно, можно. Потом через 15 минут, а мне надо, джем идет. Я совершенно не планировал этого. Потом сказал, через 15 минут, говорит, а ей, говорит, это с клавиш брать, если она... Я говорю, конечно, да, если она... Как же без клавиш? Он приходит, отлично, вот они приедут, так вот она из-за стола, там, это был, по-моему, 22-й джем, вот, они героически сыграли, ага, прямо... Я так теперь, просто... Ну, это,
не важно, важно, что сыграть. Да, главное, что в клавиши ты попадала. Вот, это было все, было все классно. Но это и есть рок-н-ролл. Вот я считаю, что вот именно это и называется рок-н-ролл. Давайте, значит, ну вы как, твоя дивизия, да, давайте все-таки назовем их твоя дивизия, да? Вот, давайте. Так, а тебе второй микрофон что, дать, что ли, просто в руку? Давай, держи. Раз, два, три, четыре, раз, два, три. В руках, о май гад, о май, о май. Привет, Олимпийский! Эту песню поймет каждый, кто хоть раз оказывался в московском метрополитене в час пик. Толкучка, как я люблю. Скажи. Не говори. Что? Ты мне скажи. Я Данте. Ну это не важно. Вы выходите? Не знаю. Вау. Ну тогда я проскочу, а вокруг все больше кадов. Голос дьявольский шипит. Осторожно. Две
двери закрываются. Следующая станция. Маньяк поменяются местами. Сидим на Волжской. Ну давай!
Карачинскую народную плачевную женскую. А что делать еще, да? Появилась звезда, и она упала, и я пошла ее искать, и ею оказался ты, Педрильо Педро. Я отдала тебе душу, а ты ушел. Чего ты испугался ответственности? Ты оказался Педрильо Педро. Você acabou, Педрильо Педро. Специальную песню, чтобы на Грушинском фестивале, в общем, пройти дальше второго тура. Изгибки там желтые. Конечно. Немного интерпретация наша, а так, да, в целом. Прошли дальше. А его отменили. Судьба. И теперь мы просто ее везде, в общем, показываем, чтобы люди, ну, нам сказали свое честное мнение. Сможем мы с ней пройти дальше или нет? Вот, но очень старались. Тут должна быть гитара. Одинокий гитарист. Сайте знакомств любовь я мечтаю найти. Ведь строчку «Как здорово, что мы все здесь» я знаю лет так с пяти. На бардовском сайте знакомств сижу, как в палатке сырой. Так долго, что мой азарт кончился весь, почти я махнула рукой. Как вдруг написал мне такой красивый бард с бородой. Горит аватарки кружок, а в ней улыбается он. И свитер его обнимает теплом меня сквозь экран, как растопленный дом, и грея тума, туманит костром. И тут же прилетели сообщения. Читаю и сгораю от смущения. Меня так возбуждает твоя ава, на ней, клянусь, ты словно Акуджава. Твои губы, наверное, приторно сладки. Подари мне рассвет у зеленой палатки. Хочешь окунуться в мои чары? И присылает гриф своей гитары. Ну что молчишь, красавица, солнышко весной? Давай-ка номерок, встретимся с тобой. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Верно, он.
И что же вам так поздно надо? Вас приветствует банк «Награда». У нас для вас специальное предложение. Квартиры от за... И все ж созвонились, когда он в гости позвал. Ну а я сказала: послушай, мне кажется, лучше увидеться сразу на груше. Там в палатке со мной одной я пойму, кто такой. Мы смотрели концерт у Волги, где плещет в гитару вода. Я хочу, чтоб Митяев был долгим, чтобы он не кончал никогда. Всем на зависть цвести наш альянс. Я уже разложила пасьянс. Я свяжу себе свадебный свитер. В голове мои много идей. Я пою в себя полочки литр, чтоб казаться еще бордей. Посмотри, как округла луна, он сказал мне, а сам руку на талию мне положи. Этот жест так поспешен, но миг, я отвечу любовью сполна и ему положу руку на. Вдруг окликнул меня очень нежно бас его. Ты должна что-то с... Бас его. Вдруг окликнул меня очень нежно бас его. Ты должна что-то знать. Пересечь ты так хочешь рубеж, но я обязан тебе рассказать, что милее, чем свитер кожанка, рок-н-ролл, чем минорная ля. И за ваши душевные тексты заплатить не готов и рубля. Банк, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, ты узнай его зодиак. Так я это по знаку рак. Важно, что он не скорпион, остальное пустяк. Ты что, прощаешь меня? Конечно! Ведь мне, если честно, тоже надоели все те же рожи. 20 лет словно сонной лощине. Правит всем безголовый мужчина. Правит всем безголовый мужчина. Ты о чем? Ой, ты не важно, ни о чем. Давайте целоваться. Всем лежать, это Бардамон! Что это у нас тут? Музыкальное инакомыслие? Ты че, Митяева безголосым назвала? Не безголосым, а безголовым, я вообще не о нем говорю. Пошли. Mm.
На зековском сайте знаком, пам-пам-пам, кента я мечтаю найти, пам-пам-пам. Ведь строчку о том, как лежит тяжкий груз, я слышу с 5 до 5. Ведь строчку о том, как лежит тяжкий груз, я слышу с 5 до 5. Завершаем мы наше сегодняшнее выступление тоже новенькой песенкой. Ой. Да, я даже не знаю, надо название, мне кажется, нет. Для храбрости. В общем, семейная тематика. Семейная тематика. Мой муж решил пойти на вечеринку. Загадочным названием Кинки. Сказал, что будет маскарад и бал, и то, что голым быть нормально, он сказал. Кинки-пати, кинки-пати, не надевайте белье по платье. Кинки-пати, кинки-пати, не надевайте белье по платье. Таков дресс-код, такая мода на балах. Теперь, чтоб кто-то удостоил комплиментом, мне непременно нужен кнут и голый пах. Готовым нужно быть к экспериментам, но не сидеть же и не грустить с тобой рядом. Я лучше душу побалую маскарадом. Кинки-пати, кинки-пати, очень классно, очень кстати. Кинки-пати, кинки-пати, очень классно, очень кстати. Но как же ты пойдешь, на улице гроза? Согреет, не волнуйся, меня садамаза. Садамаза, позволь спросить, это коктейль? Да-да, коктейль не видел, или где смазка, гей? Ну там на полке. Не хочешь ли спросить, а будут тёлки? Нет, как можно говорить? Я доверяю, солнышко, прости. Тебе какую смазку принести? А давно ли у нас их много? Ну-ка, смазки, встаньте в ряд! Я слива лиловая, спелая, садовая, я вишня сочная, понравлюсь точно я. А я горячий шоколад. И мне ты будешь точно очень-очень-очень рад. О-о-о. Давай шоколад. Дорогой, это еще не все. А чтобы пузырилось там, возьми со вкусом баблгам. Любовь любого комсомола, конечно, Кока-Кола. И я клубничка XXL. Возьми меня с собой в постель. Возьми меня, возьми меня, возьми меня, возьми меня. Клубничку. Подожди, дорогой, это же еще не все. А я особый лубрикант со вкусом яда домашних мант. Бах!
вкуснее нету ни вещей, вот что сметанка или щи. Я попробовал. Ну что, какая будет смазка? А не осталось ли колбаски? На вечеринку не пойдешь? Ну, отложу до завтра, что ж. Я завтра буду печь пирог. Ну ладно, пропущу денек. Очаг семейный, чтоб сберечь, мужчину надо б увлечь. Увлечь его проще простого, с помощью первого и второго. Как избежать измены ловко? Учитесь, женщины, готовки! Гипати, гипати! Еще раз! Гипати, гипати! Не актуально, ведь есть салатик! Гипати, гипати! А если к пиву, ну это цемполосати! Гипати, гипати! Побольше! Кинки-пати, пати-кинки, останусь дома по старинке. Кинки-пати, 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 кинки-пати. С вами была группа «Твоя дивизия». Снимаю, хоп. Все, спасибо большое.